Пробудись, Кыргызстан, Дух Божий, с тобою. Доброе утро всем, кто сейчас участвует в этой трансляции с нами. Да благословит вас Бог обильно и всю вашу семью. Сегодня суббота, 4 февраля, и мы начнем сегодняшний день хорошо с молитвы Богу. Мы сейчас помолимся и попросим у Бога защиту, направление. Мы верим, что нас благословит. Аминь. Давайте обратимся к Богу. Это момент молитвы. Давайте сейчас поговорим с нашим Господом. Мой Господь и мой Бог, во имя Иисуса Христа мы сейчас обращаемся к Тебе в молитве, и мы уверены в том, что Ты нас слышишь, мой Бог. Неделя заканчивается, и мы хотим благодарить Тебя, мой Господь, за то, что Ты с нами, за то, что Ты заботишься о нас, за то, что Ты всегда с нами. Спасибо Тебе за дыхание жизни, за здоровье, за силу. Спасибо, мой Бог, Тебе. Мы за все благодарим во имя Господа Иисуса Христа. Господь, мы просим, благослови сегодняшний день. Иди, Господь, впереди каждого из нас и направь, мой Бог, нас. Покажи, мой Господь Иисус, нам то, как нам нужно вести себя, как нам нужно поступать. Направь, мой Бог, каждый шаг наш. Дай нам силу, чтобы мы могли проявлять нашу веру и побеждать. И все вопросы, обстоятельства, которые появятся у нас сегодня, мой Бог, дай нам мудрость, чтобы мы могли преодолеть все. Мы по вере провозглашаем, что сегодняшний день будет успешным для нас. Поставь, мой Бог, Твоих ангелов вокруг нас и защити нас, нашу семью, наших друзей. Мы все отдаем в Твои святые руки. Защити нас от аварий, катастрофы, проклятия, зависть. Это то, что мы просим во имя Твое. Также, мой Бог, мы соединяем нашу веру, как мы делаем каждый день, мы просим за нашу страну. Мы молимся, мой Бог, за Кыргызстан, просим, чтобы Ты благословил нашу землю. Мы молимся, мой Бог, за всех жителей нашей страны. Мы молимся сейчас, мой Господь, и просим о том, чтобы Ты благословил нашу страну, и пусть она будет развиваться, процветать в этом году для славы Твоей. Мы также молимся за другие страны бывшего Советского Союза. Сейчас, мой Бог, из разных точек мира люди молятся с нами. И мы просим, чтобы Ты защитил, чтобы Ты благословил Твой народ во всем мире. Во имя Иисуса Христа мы провозглашаем, да будет мир в Израиле. И мы молимся за мир между Россией и Украиной. Защити, Господь, Твой народ во имя Господа Иисуса Христа. Дорогие друзья, помолитесь со мною. Отче наш, суще на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Слава Богу! Дорогие друзья, будьте уверены в
том, что Бог услышал нашу молитву, и Он уже благословляет каждого из нас. Аминь? Верите, сегодняшний день будет успешным для вас. У вас все наладится. Верите в это. Аминь? Я хочу сейчас передать вам направление на сегодняшний день о том, что написано в Слове Божьем. Я сейчас прочитаю Евангелие от Иоанна, 15 главу, 15 стих, где Иисус сказал: «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего». Какое чудесное слово, то, что Бог открывает нам сегодня. Вот что Иисус сказал, что Он назвал нас друзьями. И это означает, дорогие друзья, что вы можете на Него рассчитывать. Вы знаете, что, к сожалению, в этом мире люди, они понимают по-другому дружбу, да? В большинстве случаев у нас много друзей, когда у нас все хорошо. А когда трудно, друзья, мы можем так сказать, исчезают, не так ли? Но Бог этого не делает. Он всегда с нами, помогает нам и поддерживает нас. И это слово для вас, кто проходит через трудный момент в вашей жизни, кого посещают такие мысли о том, что Бог забыл вас, оставил вас, Он этого не делает. Он с вами. В этот момент Он с вами. Он там, где вы находитесь. И Он сейчас дает вам эту уверенность в том, что все будет хорошо, потому что Он вам поможет. Аминь. И если вы хотите, чтобы сегодняшний день был успешным для вас, верите в это, уповайте на то, что Бог с вами, и Он вам поможет. Это Слово Божье для вас на сегодняшний день. Каждый день мы начинаем хорошо с молитвы Богу. В 6 утра по бишкекскому времени вы можете присоединяться к нам. Напишите в комментариях, откуда вы участвуете в этой молитве с нами. И добавьте вот эту фразу в ваши комментарии: «Я доверяюсь моему Богу, Он всегда со мною, Он мой самый лучший друг». Аминь? И это точно. Дорогие друзья, пусть Бог вас благословит и всю вашу семью. Хорошего вам дня. И если это слово помогло вам, ставьте лайки, отправьте вашим друзьям. И да благословит вас Бог обильно и всю вашу семью. Отдайте все Богу, все будет хорошо. До свидания, с Богом! Что могу отдать я, мой Господь, тебе? Все, что я имею, дал ты мне. Все богатства мира меркнут пред тобой, и душой своею я навеки твой отдаю.